Здравствуйте! Сейчас я предлагаю вам сделать со мной мои любимые упражнения, которые я делаю всегда, каждый день обязательно. Если я что-то прям придумаю, если я что-то сложное придумать, усложнить, то все равно начало это такое. Начало это мы машем ручками, раздышиваемся, чтобы заработали легкие. Руки это как крылья у птицы. И наши руки связаны с легкими. И когда мы машем, они начинают работать более так интенсивно. Надо продышаться хорошо, прежде чем чем-то там заняться, придумать себе что-то сложное. Вот так они движутся, вы поняли. Поняли, сегодня наше состояние такое. Хорошо, и мы начинаем махать. Вот так крепко стали на землю, твердую землю, и ручками, коленками помогает, не сильно широко ноги, вот так. Поворачиваемся. Вы поняли, зачем мы поворачиваемся вот сюда? Чтобы туда дальше уйти, дальше, дальше. И поэтому мы тянемся вот так. Делайте такое протяжение, протяжение, продолжение. Не просто так махать вот так, а именно вот так. Делайте такое небольшое, как чуть-чуть усилий на вытяжение. Позвоночник немножко покрутим. Если мы так поднимем руки, то вот так. Выше чуть-чуть. Верхняя часть позвоночника будет больше задействована. Опускаем энергию вниз, чуть-чуть вот сюда. Разгоняем ветер, такой ветер. И вот так вверх. Давайте мы сейчас подышим. Вверху мы будем говорить ха. Я сейчас буду делать, вы почувствуете. Ха – это такой звук, который очистит легкие. Ха, выдох, поняли? И все. И дальше просто помахайте. Научитесь дышать попозже. Попозже. И будем делать больше. И по одной ножке. Ножками так раз, раз. Чувствуем, как мы стоим. И сюда. Так, раз. Все тело сюда, во всех движениях все тело задействовано. Рот приоткрыт, но дышим носом все равно. Итак, поставили, отдохнули. Чуть-чуть шире. И вот так плечами подвигали. Так, одно плечо сюда, одно сюда. И наоборот. Так. А теперь мы сделаем немножко то, к чему я вас готовил. Наше тело. Чуть-чуть вот так вот, не прогибая спину. Вот так вот раз бедро, вот эту бедренную потянем вот сюда и постоим вот так. Постоим, и мы делаем усилие здесь на пятку, как бы
чуть-чуть. Не сильно, но так вот как бы раз. Как бы ноги хотят вот туда уехать, это назад. И мы вот так вот постояли. Чуть-чуть постояли. Немножко постояли. Расслабились себе, просто постояли. Вот так вот почувствовали вот это вот натяжение здесь. Сюда. И сюда сделали то же самое. Бедро сюда ушло. Напрягли. Немножко ягодицу чуть-чуть, это туда. Стали так. Теперь можно расслабиться. Просто вот так вот постоять. И вот так вот сюда спину не прогибать. Вот так. Стояли. И теперь упражнение, которое мы должны делать. Которое мы должны как бы включить воображение. Это упражнение... Делали когда-то мудрецы, придумывали не я, чтобы поднять энергию кверху, от копчика кверху. Называется оно железный мост. Выполняется оно так, смотрите, ножки параллельно мы сейчас делаем, когда станем параллельно. Потому что если так, мы будем зажимать вот это позвоночник. Нужно именно параллельно, чтобы он был как бы натянутый, но не без перегиба. Поза. У нас вот такая. Вот мы делаем вот так пальчики. Не круг вот такой, а именно вот так. Когда вы круг это замкнули, так? Когда так, это важно. Это направление. Вот так вот мы сделали. Остальные все вместе. И стали вот такую позу. Видите, руки опущены, а вот сюда вперед. Чувствуйте ваш центр на ступни. Мы сейчас идем вот сюда. Чтобы вы не ввалились на пятку или на носок, а старались оставаться в центре. И смотрите, вот так вот у нас ручки. Вот так. И вот теперь мы их вот так вот поднимаем сюда. И одновременно, как бы к середине между лопатками, в этот позвонок, почувствуйте, вот так, развернуть надо руки именно. И у нас не за счет поясницы вот такая штука делается, а за счет подъема груди, вот так именно. Вот так мы ее поднимаем вот этими ручками, вот так. И здесь вот мы не заваливаем голову, а именно вот так. Раз и назад. Это будет наша поза сейчас. Выполняется она вот так спокойно. Контролируйте все свои движения. И мы вдыхаем. И вот вдохнув, мы вот так вот прогибаемся. И сколько мы можем, мы держим воздух. И вот столько же мы находимся в этой позе. Не через силу. Поэтому аккуратненько сделайте один раз сейчас, чтобы прочувствовать, как это делается. А потом мы будем повторять все когда-то. Но сейчас мы научимся делать вот так. Приготовились, да? Вот так мы стали. Мы уже приготовились. Ручки наши уже здесь. Мы почувствовали, где наш центр. И сейчас мы начнем прогибаться. Набираем воздух. Тихонько набираем. Медленно воздух. Набираем полные легкие. Выдохнули и опустились вниз. Просто опустились вот так прям вниз и все. Руки лежат. И вот здесь внизу мы находимся столько, сколько нам удобно. Сколько хочется. Можно чуть согнуть. Ну, смотрите. Можно нет. Просто главное опустить вот так вот голову. Все должно, наша энергия, которую мы подняли, она должна стекать сейчас.
так прямо так вот и встали, без всяких там мудрёв. Запомнили чуть-чуть. Я сейчас хочу вам повторить некоторые вещи. Когда мы здесь вот поднимаем ручки, мы вот как бы вот так, мы вытягиваем вот так. Вот так вытягиваемся кверху, именно вот эту часть. Не спину, не снизу, именно вот эту грудь мы поднимаем. И голову не просто так закладываем, вот так. Как бы вот так, чуть-чуть подбородок сюда, и чтобы он был в натяжении. Наша шея, чтобы была в натяжении. А сейчас мы сделаем упражнение, продолжим его, чтобы как бы облегчить эту позу, которую мы делаем. Какие-то позы есть помогающие. Вот одна из них такая. Мы становимся вот так, поднимаем ручки. Вот. Немножко так. Становимся и вот так вот тянемся сюда грудью. Сейчас мы постоим, допустим, полторы минуты. Желательно до двух минут. Давайте постоим минуту сейчас. А потом вы уже посмотрите, сколько вам, ну, как удобно. А кто-то у меня время засекает вот так. Раз. Видите, вот такое положение. Найдите, ручки идут свободно и начали. Именно вот этим стремитесь туда грудью и лопатками. Между лопатками вот этой. И такой, не сильно давите, а просто постойте вот так. Вот эта ножка упирается. Не поясница не прогибаться вот так. Здесь вот прогиба не должно быть. Делали. А теперь поменяйте ножку на другую ножку уже. То же самое. Также поставьте ручку. Ручки и давайте. И вот так. Следите за дыханием, чтобы вы спокойно дышали, расслабленно. Часов у меня там нет, поэтому я не знаю, сколько я времени простоял. Ну, примерно так. Я, по своим ощущениям я понял, что мне уже хватит. Я думаю, и вам достаточно. Отдыхайте. Проанализируйте все в голове, что мы делали сегодня. А сейчас, как обычно в конце, мы делаем наше дыхательное любимое упражнение. Обязательное. Видите, как хорошо стало? Спокойно дышите. Получайте удовольствие от того, что мы можем двигаться и дышать. Всего хорошего вам, будьте здоровы!